Здравствуйте, дорогие родственники и друзья! Сегодня муж снова выловил рыбу на 1400 килограмм рыбы наловил. Одна вот такая большая, сам ее почистил и сам лук порезал репчатый, посолил, поперчил, посыпал туда разных специй, положили гречки туда. Первый раз вот с гречкой делали в духовке, и все это в духовке запеклось. Гречка разварилась хорошо, видно здесь тоже на видео. Так что будет очень вкусное рыбное блюдо. И также он насобирал рядовок недалеко от дома. И грибы эти я сейчас почистила. Сейчас помою, я их пожарю. И если не сегодня, то завтра картошечку жареную приготовим с ними. Вот они похожи немножко на поганок. Но они не поганки, потому что у поганок есть юбочки. А это вот грибы называются рядовки. Их вот вкусно, мы уже который год используем их в пищу. В лесу он их не находил. А вот возле дома на полянке в траве выросли. Также вот варила творог из козьего молока. Пол-литра у меня где-то оставалось, творог я уже съела. И сейчас пью. Сыворотку. Мне она очень нравится, кисленькая такая. И очень полезная для здоровья. Особенно из козьего молока. Всем доброго здоровья, мир дому вашему.